Наталья Садовская в шахматно-шашечном центре Якутска провела мастер-класс для всех желающих. Именитая спортсменка поделилась особенностями игры. Помимо этого, именитые шашисты провели альтернативный сеанс одновременной игры. Против них играли 26 желающих, из них 2 мастера спорта, 7 кандидатов в мастера спорта, а также разрядники. Я уже раньше тоже знала, что как бы якуты самые талантливые, дети как бы в мире по шашкам, они всегда были очень сильными. Но очень большой, хороший как бы у нас в Польше, к сожалению, таких нету. Если есть, это как бы маленькие клубики, а тут у вас хороший большой центр. Видно, что как бы шашки у вас очень хорошо развиты.